В общем, столько мнений о запахе, но тем не менее, кто-то говорит, что пахнет линором, кто-то говорит, что мылом. На самом деле, мне кажется, что каким-то экзотическим фруктом. Но сама вот эта вот вставка прикольная тем, что на нее пшикнул любым одеколоном и очень долго будет держать запах. Ну и отдавать его тоже. Так что вот такой вот лайфхак. Ну а так, в принципе, заказывать можно. Должно быть две плюшки. Интересно, чем пахнет. Во-первых, это железо. Так. Трем скотч. Там увесистые такие. Как от слова совсем. Сломать же неохота. Пошло. Ну, контейнер такой существенный. Вторая. Угу. Будет приоткрыто. О, тоже пошло. Какое-то маселка, какие-то красные пятнышки. Нужно понюхать, что за запах, о котором все говорят. Вот почище, и красных пятен этих нет.
фруктом все-таки ударит. Даже понятия не имею, что это, но прикольно. Ну, вот такие вот плюшечки. Ссылка будет в описании. Доставка в районе 3 недель.